пророки говорили сотни раз, что к нам придет через поколение избранник Божий, что искупит нас. Вот день прошел, и ночь его сменила, на землю опустилась тьма. И вдруг ее мгновенно озарила такая яркая звезда, и воинство небесное спустилось, чтоб радость людям передать, что слава Божия явилась младенцем, спаленном на путях. Но Божий Сын явился к нам в плоти, чтоб свой народ собрать вокруг себя, и миссию свою по воле Бога он выполнит. Ну а пока для нас настал тот славный праздник. Нас осветила эта яркая звезда. Давайте улыбнемся друг другу, все друг другу, и скажем: с Рождеством, друзья!